В новый учебный год с новым спорткомплексом. В 24-й гимназии городского округа Люберцы открыли новую спортивную площадку. В честь этого события для ребят устроили праздник. На новом спортивном поле с показательными номерами выступили самбисты и ученики гимназии. Появление новой современной спортплощадки – настоящий праздник, как для гимназистов, так и для преподавателей. Особенно разницу с предыдущим полем заметили старшеклассники. Я учусь здесь 11 лет, и, конечно, есть чем сравнить. По сравнению с предыдущим полем, это просто фантастика. Отремонтировали беговые дорожки, футбольное поле, установили ограждение и новые ворота. Поздравить ребят с таким приобретением приехал Владимир Ужицкий. Мы в этом году таких стадионов открыли 15, а в прошлом только 3. Поэтому мы в этом плане набираем обороты. Посещать новый спорткомплекс могут не только ученики гимназии, но и жители близлежащих домов. Для спорта двери этой площадки открыты любому желающему. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.